Приветствую всех, друзья. Что ж, добро пожаловать в игру Готика. Попытка пройти башню Ксардоса. Ох, я не знаю. Тут такое вообще можно было придумать, что можно было туда как-нибудь проникнуть. Так, вот там этот дурацкий ледяной голем. С ним-то справимся. Он не проблема. Ждать потом. Понимаю. Ай-яй-яй-яй. Водные стрелы на него не сработают. Там двое, вот что мне не нравится. Что за пролог? Так, пусть хотя бы один сагрится, может, смогу отвлечь. Бляха-муха, с одного удара, ну ни хрена себе тут големчики. О-хо-хо-хо. Как с ними бороться, ты даже не представляю-то. Пробежать я не смогу вообще никак. Единственный вариант, чтобы волк на них сагрился. Одного я, блин, чтобы двое его пили тогда получается. Нет, чтобы один саг... Блин, я хрен знает, как там это сделать. Писец, ни стрел нет, ни хрена. Гипноз? Да, кстати говоря, может гипноз сработает. Гипно. Так, телекинез, да? Ах, ну да, у нас тут уже взять все в великан номер один. Там идут два козла. Так, а как телекинез-то будут работать? Вот в чем вопрос. Давай восьмерочку и телекинез. Охрен. Что бы я без этого делал? Ой, господи. Вот херня, а не заклинание-то, а. Может, я сон смогу наложить на кого-нибудь? Слабость, точно. Я на одну слабость наложу, тогда попробую. Этот тогда, по идее, должен будет сагриться. Да. Так и сделаем.
Вот что-то как-то про это забыл совсем. Сейчас, наверное, так и будем делать. А почему и нет? Так. Не, ну простейшие заклинания надо изучить полюбас. Так, шестерочка. Ок, а ты не сволочь, а? Она не выйдет. У меня ни хрена не выйдет. А Лук не сагрился на этих мудаков, кстати. Что ж делать-то? Кстати говоря, один удар-то я почему-то сейчас выдержал. До этого не мог выдерживать. Чё-то хрень какая-то. От чего это зависит? Непонятно. Так, погоди-ка, у меня же есть трудный доспех, который может неплохо защитить от огня. Давай-ка сейчас посмотрим. Может, я смогу сделать хорошую защиту от огня. Да, от огня защита. Этот получше будет. Второй доспех стража, да? 35 защита. Так, у нас кольца. Ну нет, кольцами все в порядке. Тогда ложим вот так вот. Вариант. Опять урабатываем это дятло. Дальше, дальше, дальше. Дальше только слабостью, по ходу дела, можно. Запуська верить. Этих козлов. Ох, блин. Сейчас будут танцы с бубном прям.
Согрелся. Молодец, давай, малыш, давай. Верю. Я тебе помогу, погоди. Сейчас помогать, иначе. Ни хрена больше не получится. Не сильно покоцали, нет. И у нас там второй на очереди, да? Ну, вот по одному разделили, сейчас получится пробраться. Серый. Иди. Да, защита от огня меня спасла, хорошо. Но это 75 защита от огня, у меня и то больше полных хп снимает. Ох, ё, так их трое. Ошибись, меня это радует. Так, не давай ему продуху. Давай, давай. Царда, ты мудила, я тебе скажу, конкретный козел. Хрена делать столько големов, блин. Знаешь, что я к тебе пойду? Знает ведь. Ждет, надеется и любит, блин. Хренов не любитель гостей. Пошли. Спасибо, что выручил. Так, сохранюсь. На этом хрен-то закончится. Любитель геморроя. Три ядрить огненных голема. Не два. А, о, я уж приперся. Кажется, мы на месте. Ты свободен. Спасибо, братух. Так, пошли к мудаку. Морду хочу. Кто бы сомневался. Скелеты будут, блин, заметать. Призыв голема есть. Интересно, есть какой-нибудь альтернативный старт, чтобы я сразу к Сардосу тут очухался? О, может сейчас древнее знание подниму. 500 золота. Блин, туман этот дурацкий, я, конечно, не знаю. Он вообще нахрен нужен. Проверить. В Нордмаре жили варвары. Рабар был одним из них.
Он скитался по стране вечных льдов без огня и без оружия, а зверь шел за ним. Это на что? Ага. Ты лучше давай-ка найдем. Сломано. Камень телепорта это минимум. Сюда, потому что бежать я один раз могу прибежать, второй раз хренушки. Ходит, я его слышу. Уё, это вся башня? Чё? Чего, простите? Игра, ты, разработчики, вы распиздя... Слушайте, я, конечно, все понимаю, но нахрена делать такую здоровую башню с ней? Да. Вот этого я не ожидал, такой подставы. Это просто капец. Да уж, это подстава реально. Ник там не освободи. Дятел злобный. Уйди книгу. Наконец-то ты здесь. Ксардас, пока я недели проводил в пути, ты вмешался в войну. Может, просто расскажешь мне, что произошло? Хорошо. Я уже давно работаю над одним планом. С тех самых пор, как мы попали внутрь барьера, с того момента, когда Белиар обратился ко мне, заполучить меня на свою сторону было бы для него великим триумфом. Когда-то величайший из магов стал слугой черного бога. Для вида я принял его предложение, но знания, которые он мне дал, я использовал против него. Я все приготовил для тебя. Но это длинная история. Когда я расскажу ее тебе, ты поймешь, почему мне было трудно принять решение. Ты говоришь мне о выборе между Иносом и Белиаром. Насколько я понимаю, это две существующие на данный момент возможности. Вполне возможно, что существует третий вариант. Другой путь... Инос, Белиар. Ну, ладно, давай за Адана, хрен с ним. В каком пути ты говоришь? Без Иноса и Белиара... Так, он предлагает... А, понятно, это артефакты нужно, короче, достать, по гробницам бегать. Это не очень-то все интересно. Помогает все уничтожить, что ли? Я что-то так и не понял. Артефакты Адануса ему нужны, если я правильно понял, для того, чтобы избавиться от Иноса и Белиара. Ну, Аданас тогда останется. Я мне что, с математикой не то? И где я должен? Орки уже ищут. Я заключил с ними союз. Все, что они найдут, будет отправлено в Геодерн. Тамошние шаманы изучают все... Они уже давно разработали план. Поговори с ними. Их 5.
5 божественных артефактов. Значит... Каждый из них по отдельности наделяет уже огромной силой, а все вместе... Так... Понятно, по гробницам надо побегать, заполнить эти все артефакты, я понял. Пока... Чем ты тут торгуешь? Да, призыв голема, призыв демона. Или превращение. Я не превращаться в Кстардос. Кто-нибудь объяснит, может? Армия тьмы, пламенный меч. Ни хрена, конечно, я так купил. А вот можно вопрос, нахрена мне зелье превращения в Кстардоса? Попробуем. Так, горгулья, да? Хорошо. Может, хватит? Превратиться уже, блин, нельзя. Так. В дракона? Могу превратиться в дракона. Так, 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 так. Слушай, а у меня идея появилась. Уничтожил рунную магию, молодец. Так, давайте договорим с ним. Мне уже стало интересно превращение в дракона. Пол, все, да почитать. Тут что-то об алхимии. Что мне и не надо, то и дали. Ладно, фиг ты с ним. Такс. В шкаф залезть нельзя. Уборщика убили, классно. Я думаю, он потом воскреснет. А, ее. И не воскреснет. Такс. А теперь, теперь, теперь голем у меня есть. Эх, это хорошо. Но вот теперь самое сложное, друзья, будет. Мне надо будет как-то с этими всеми колдунами справиться. Там еще лучники, скелеты есть, это я точно помню. Возможно, просто если я смогу превоплотиться в дракона, у него получше будет иммунитет хотя бы к магии. Я смогу там зелье дать. Сейчас, кстати говоря, в городе попробуем превоплотиться в дракона. Надо посмотреть, сколько там запись уже идет. Реально, сейчас в городе... Там куда-нибудь отойду, превращусь в дракона. Слушай, может быть, я смогу реально драконом этих магов накормить. Посмотреть, что там в сундуке аж лежит. А у Ксардоса, кстати, не продают в спике. Скорее всего, да. В храме магов огня надо искать. Потом найду его. Игра, побыстрее. Можешь грузить? Пожалуйста. Загрузка супер быстрая. Надо попробовать все-таки это. Как ни крути. Я могу удержаться.
Где у меня тут зелье превращения в дракона? Он переоплатился в дракона. Дальше-то что? Огнем ты стреляй, уж чудо вперед. Такое вообще. Он еще и хилится. Ну ты умеешь летать, я за тебя, друган, рад. Бесполезная хреновина. Ага, сразу они сообразить не могут, что это не я. А вот это интересно, кстати говоря. Чисто теоретически попробовать, конечно, поэкспериментировать с этим можно. Правда, я не знаю даже как конкретно с этим экспериментировать. Ладно, сейчас на загрузку пойду. Буду на этом, друзья, серию заканчивать. Тут надо как-то, я не знаю, блин. Ай. Блин, да я не представляю, как туда. Ну, попробуем, конечно, сейчас что-нибудь туда, не знаю. Попробую, короче, голема там вызвать, дракон переоплатиться, не знаю, там на голове, на ушах походить. Буду пробовать, очень хотелось бы этих двух магов завалить, зараза.